Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим с вами наш любимый магазин. Кожа и меха, есть все размеры, также могут шить любую модель. Привезли очень много интересных моделек, будем сегодня мерить. Также у магазина есть доставка по всему миру, если вдруг у вас нет возможности сюда приехать, то отправят куда угодно. И есть бесплатный трансфер по всей Анталии. Это Анталия, Алания, Сидей, Белек, весь Кемер. В общем, вас бесплатно заберут с отеля, довезут и отвезут назад, что немаловажно. Пойдемте смотреть. Пошли. Добро пожаловать, уважаемые. С Новым годом. Вот к Новым годам уже готовимся. Сейчас у нас большие скидки будут. Тех людей, которые собираются приезжать в Турцию отдыхать. Из Алании до Кемер. Без вопросов. Забираем оттуда и туда-обратно бесплатно. Так что, если есть цель покупать кожаные изделия, пожалуйста, обращайтесь к нам. Как раз вот к началу нового сезона мы готовимся к коже, обрабатываем. Она уже практически через месяцев, она уже новая кожа, новые цветы и новые изделия, модели у нас будет готова. Так что работаем. Полгода сейчас уже будем стараться до вашей приезда, чтобы она у нас была готова. Ждем вас всех. Это двухсторонняя. Да. А еще, кстати, кто не смотрел вдруг наш прошлогодний выпуск, мы ездили к РДМ аж на фабрику там в Измир, и есть все полностью цикл производства. Этот модель, новая обработка, Alcantara, 30%, 30-35% шерсть, остальные трикотаж, трикоп. Но здесь модель очень популярна, в этом году только появился. Вот свеженький, да. Задний, двухсторонний, его и так можно носить. Угу. Это дождик пошел, взял, заворачивали и одевали так. Она очень классная, хорошая, вот карман есть здесь. Угу. Вот это будет $300 она. Вот перевернули на другую сторону, ага. Да, очень и смотрится классно, да. И так, да. Кстати, отлично. Вообще супер. Покупаешь одну, а по факту две. Любимый Денис. Конечно. Денис, вот смотри, у нас уже конец сезона, и мы сами знаем, сейчас народов нету, поэтому вот здесь из моделей, которые у нас сейчас в данный момент на руках, то со 150 до 200 максимум сумма будет. И астраганы тоже 350-400, уже такие цены будут до Нового года, потому что нам тоже надо их продавать, чтобы новый сезон, новые модели привезти. Место освободить. Поэтому вот здесь то, что видите, цена со $150 будет уже. На цены вообще не смотрим. Хит сезона с открывными рукавами. А сколько сейчас стоит? Сейчас $200. Так, ну и рукав отстегивающий, собственно. Хопаньки, и как бы жилетка. Два вдруг, в одном. Если кому-то надо, можно отдавать. Можно рукава мужу, а себе жилетку. А еще есть цвета и черный, и зеленый, да? Черный, зеленый и любой цвет. Там 22 цвета разные будут в этом году. Обалдеть. Еще можно заказать себе. Да. Красота. Угу. Это кто у нас воротник? Лиса? Песец. Песец. Вот я говорю 380. Некоторые говорят, это почему так дорого? Вот Alcantara, да? Угу. Говорят, почему 250-300? Да. Но здесь где-то $160. Чистый вот этот мех идет. Она целая, вот смотрите. То есть не сшита, именно прям куском, да, одним? Это прям куской, вот чистый. Ее даже можно снимать, съемная она. Угу. Поэтому чуть-чуть цена. Вот модель очень хорошо продавали вот на взрослые женщины, вообще прям идеально сидит. Вот смотри. Несколько фасонов? Да, есть еще, кроме этого, есть длинные модели тоже. А максимально какие размеры? Максимальный насчет размера у нас вопросов нету. Главное, чтобы у человека был размер. У нас в данный момент до, допустим, сколько? Да. До 5XL у меня наличие есть. Угу. Ну, человек пришел, не подходит размер. За два дня я могу 7, 8, 9, вопросов нету. Ну, самое классное, так что наличие кожи есть, фигуры. Фабрика работает, два дня время мне достаточно. Можем спокойно сделать. Вот это, смотрите, эта модель очень хорошо продавалась. А они почем у тебя? Вот это они по $200 сейчас. Угу. Даже можем еще чуть-чуть, ради вот это Новый год, можем хорошую скидку сделать. А акция, которая была действует, там покупаешь, я уже не помню сколько, несколько курток, да, и одну. Мы всегда говорим, у нас каждый год есть такой прикол. Допустим, приходят, 3-4 штук берет, мы одну подарим. Вот из распродажи тех, которые, если размер на себя найдет, то подарки сделаем одну. Допустим, 3 штук брал, можем одну штук подарить. Если подарка не хочет, можем хорошую скидку сделать.
Так что договорно. Выгодно. Выгодно, конечно. Денис, в этом году, если вы тоже заметили, вот это пуховики, вот это дутые, да? Она очень популярная будет. Сейчас уже показывал. Мы начинали брать. Но это кожаное, правильно я понимаю? Это не кожаное, это ага. Вот это, ну, дорогое вот это обработка. Я понял. Ну, не кожаное вот это пуховики, но вот такое сейчас дутый вот это парашютный называется. То есть, можно сказать, что эко? Эко, да. Это не кожаное. Ну, а мех натуральный? Вот, мех натуральный, ну. Да. Мех натуральный. Вот, их можно отстегнуть. Вот смотри, Астраган здесь... Новой модели? Да, кстати, кармашки. Кармашки, такие. Вот его можно вот так это вообще классно. Да. Такое... Она хорошая. Много некоторых, вот в этом году вот смотрю. Это классно, кстати. Да. Вообще на камеру, кстати, смотрится. Давай я шикарно. Даже так смотрю, чтобы... Вот, Денис, тоже новые изделия. Вот смотрите, обработка лазерная. И новый пуховик дутый. Очень классно, хорошая модель будет в этом году. Только появился, еще не на продаже даже. Насчет цены мы сами не знаем, но скоро понятно будет. Если что, уточняйте. Да. Ну, вот, да. Вот есть вот это из $200, допустим, вот смотрите. В этом году мы меняем вот это, новые пуховики все будут. У нас практически где-то 7-8 разных моделей пуховики будет. Ну, хорошие прям, дутые, вот, прям классные будут. Двухсторонняя, да? Да. Ну, прям такая здоровская. И главное, и самое главное прикрывает. И не главное. Вторая сторона вообще тоже классная, такой оверсайз. Это как я люблю. Блин, куда вот это... И главное вообще такое... Можно зимой, да? Подружки вот тоже красиво смотрятся. Слушай, классно это смотрится вот... вообще прям. Это что-то? Это точно женское? Это может и на мужчин подойдет, а? Не, это женское. Ну, если слишком сильно захочешь, ну, если захочешь, можешь. Да. Леопард. Есть еще, кстати, в полную длину. Да. Ни один леопард не пострадал. $400. Ага. А длинная? А длина 470, это так будет. Длину. Ну, это цена еще можно, да. Кстати, классный, а верхушечка нравится. Псец. Псец. А цвета есть другие? Есть. Есть. Вот такая есть черная, такая есть еще зеленый. Ну, светлый зеленый, скажем, вот смотрите. Ну, прям классно, на ощупь вообще супер. Очень красиво. Ты чувствуешь, да, как? Она двусторонняя или односторонняя? Я даже не знаю, какое. Односторонняя. Это односторонняя. Прям вообще такой супер оверсайз. Если я напоминаю горошек. Это как у розовая, только зеленая. Не-не, это абсолютно другая. По-моему, то же самое. Не-не, абсолютно. А, ну другая. Там низушечка отличается. Ну, много общего. И тут вот такой теплый, тут прям мех. Ну, похоже на зелененькую. Да? Да. Ну, они все, знаешь, по-своему вот классно, вот прям серьезно. Бетон, да. Ну, все по-разному, кому что. Уважаемые, смотрите. Астраган. Я вся помещаюсь. Помещаешься. Перемещенный вот это... Пуховик, дутый, вот смотрите. Очень хороший, тоже, между прочим, двух сторон. Ее тоже можно и так носить. Вот смотри, вот так. И вот так. Это скольки минус держит? Это минус максимум 15-20. Астраганы здесь. Отсюда от 350 начинается до $500. Вот отсюда, вот смотрите. Прям. $500. Она в сезоне стоила где-то 650, 600 вот такой. Двусторонняя, да? Двусторонняя, да, на YouTube. Вот смотрите. Ну, сейчас его за 450 даже отдаем. Отсюда вот 350 до 500 максимум астраганы. Угу. Какие-нибудь еще популярные покажешь? Сейчас еще популярные покажу. Вот смотрите. Вот смотрите, Настя. Вот это здесь такая новенькая модель, 350, пожалуйста. Даже за 320 уже отдаем. Потому что в следующем году вот это цвет не будет. То, что если из остатка по одному, по две штуки, то можно за 300-350 отдавать спокойно. Неважно, длинная, короткая. Будем отдавать. Вот, пожалуйста. $400. Вот смотрите. Большие мерки, вот смотрите. Здесь вот смотрите. Хороший, качественный. Вот такая будет 450 сейчас на Новый год. Большая, вот, прям. Да. Это в сезоне совсем другая цена, но на Новый год будет $450. Вот, Денис, смотри. Здесь Валентино. Хороший, качественный. Пожалуйста, 450. Это в сезоне совсем другая цена. 500, 550, но сейчас Новый год, скидка будет.
450 сейчас будет. И цвета разные, да? И белые, цвета черные, есть. Серые. Вот, вот я сейчас еще черный покажу. Денис, смотри. Вот, смотрите. Ого. Прям, смотрю на цвет. У нас от тебя хорошо прям, красиво смотрится. Спасибо. Да, ТикТок тоже красивый. Смотрится хорошо. Ты видишь? Вот это цена сразу 350. Из питона. Питон, да? Потому что, да, это питон. Питоновые вставочки. Кошка-то мяу-мяу-мяу-мяу. И оно двухстороннее, да? Да, внутри какая. Вот там напротив полностью не страдающий. О, классно, вообще офигенное, да? Да. Напротив не страдающий. Спасибо, красиво. Да, прям на сноуборд. Не, на сноуборд это все спину задерешь, да? Вот это, да. Красота, да? Прикольно. Воротник классный вообще. Кашемир, вот смотри, качество, вот смотри, кашемир. Угу. Там прям очень хороший. И сзади пальто вот это, дутый. Красиво, кстати, очень. Смотрится. Вот такие модели очень много. Очень большой выбор будет насчет кашемира, потому что люди хотят разные интересные вещи. Очень красиво, поэтому мне нравится. Будет такие модели очень много будет у нас в наличии. 250 долларов. О, слушай, отлично. Хорошие, хорошие. Как я люблю. Ты подальше отойди и это руки растопырь. Ну, оверсайз, что? Ну, на классно смотрится. Тонкий свитер потолще. А внутри покажешь, как выглядит? А какие еще цвета есть? Такие еще черные будут. Черный. Настя, вот здесь тоже Alcantara. У нас тоже Новый год на скидка будет. У них здесь сейчас будет 250, 300, вот так, 220. Классные скидки. Вот это размеры будет. Вот смотри, допустим, это уже будет 270, 280. Она стоила вот 350, 400 до начала сезона. И выбор сейчас вообще огромный, конечно, да? Там и с питонами, и без питонов. Сейчас за то, что конец сезон, и мы хотим вот это распродавать. Ну, на новый сезон, да? Сериал, новый товар привезти туда. Поэтому уже не смотрим на цены. Вот ровно месяца полтора у нас будут очень большие скидки. Так что, вот, допустим, то, что сезоны было 400-500, сейчас 300, 250, 270. В общем, надо закупаться, да? Конечно, если вдруг сюда приезжать. Ну, а кто даже не приезжает, можно доставку, да, по всему миру? Да, конечно, если даже не приезжать, спокойно можно вот это адрес твой нам отправлять. Ну да. И модель выбирать. Мы отправляем без этого. В течение 10 дней они получают. Это самое популярное, да, было? Мы хорошо продавали его. Очень такой оверсайз, классный, прямое пальто такое. Очень хорошо продавали, смотри. Ой, это я помню. Да, помнишь, вот это уже 34-я серия. Это с настоящим питоном, да, вот здесь? Да, настоящий питон. Она прям хорошо. И на рукавах. Под какую-нибудь питоновую сумочку или какие-нибудь туфельки. И вот эта модель, это тоже самое, но синий, да? Тоже хорошо продавали. Самое главное, еще один модель. В общем, выбор огромный. Там еще самое главное с той стороны. Вот смотрите. Ага. Сейчас хотим побольше нового показать, но тем не менее. Вот смотрите. Тоже новая обработка, материал. Новая моделька, смотрите, да? Новая моделька, она и оверсайз. Тоже ее цена сейчас 270 долларов. О, слушай, класс. Здорово, для новой модели. А вот эти вот, смотри, штучки у нас для чего? Вот так это вот прикрепить. Кнопочка, вдруг, если захочешь, чтобы модничать, да? Вот так. Питон? Питон, вот, да? Настоящий, вот тоже, смотри. Да? Отсюда сразу можешь видеть, что она настоящая. Угу. Супер. И тоже, да, все размеры? Да, да, все тоже размеры есть, да, в данный момент. Это тоже пуховик, смешанный с кем? С Alcantara. Тоже. С кирпичками такой. Тоже новая модель. Да, тоже новая. Угу, интересно. А цвета другие будут? Пока этот цвет, ну, начался запрос, посмотрим, если у людей понравится, то можем 2-3 разные цвета взять. Сейчас пока это понравился. Вот вам, пожалуйста, гражданин Волк. Курточка двух... Слойная, подожди, не застегивай пока. Курточка из двух слоев, обратите внимание. Вот шкура волка, вот она. Густая прям. Да, густая шкура волка. Вот джумбо обработка кожи. Швы вот они видны здесь. Специально оставили, чтобы не утолщать. Вот, теперь можно ее застегнуть. Натуральная, вот натуральный мех идет здесь, волк. Рукава можете так, можете вниз подворачивать, можно и обрезать, и будет просто вот такой ровный краешек кожаный, вот такой. Это на любителя. Спинка тоже очень хорошо смотрится. Я бы оставил, классно смотрится. Смотрите, какая классная курточка вообще. Она легкая, но она теплая. Это из разряда комфортных вещей, мягких, удобных, уютных и теплых. Куртки у нас стоили изначально 600 долларов. Мы сейчас эти куртки отдаем, внимание, 400 долларов.
Это очень дешево для такой вещи. Для любителей таких экстравагантных вещей у нас вот есть черная алькантра мужская. Это свежая модель? Да, это свежая модель. Здесь норковый воротничок. Здесь идет алькантра, в которой 80% шерсти. Это очень эффектно смотрится. Она выглядит как будто стриженная норочка. Угу, очень необычно. Красиво смотрится. Красивый удлиненный пиджак. Шо, для деловых мужчин. Да, норка. Это норочка все. Класс. Да. Вот курточка Прада. Для тех, кто любит укороченная, приталенная. Вот она, смотрите. Здесь вся маркированная такая. Брендовое изделие. Здесь очень такая кожа подобрана. Именно под бренд. Красиво, оригинально смотрится. Эти куртки у нас были $350, сейчас мы их отдаем за 250. Смотрите, курточка темно-зеленого цвета, болотный еще можно его назвать. Это перфорация, куртка двухсторонняя. С обратной стороны это плащевочка, ветровка, которую можно носить как в ветер, так и в дождь, в принципе. Угу. Получается вот, два пожалуйста. В одном. Эта куртка есть в черном цвете, есть в темно-синем цвете, в чернильном, есть вот в таком зеленом. Оригинально, легко, уютно, комфортно, еще и интересно, необычно получается. Главное, функционально. Да, многофункциональная вещь. Вот она, аэронавтика курточка, она темно-синего цвета. Воротник отстегивается. Воротник снимается у нее. Еще называют ее куртка летная. Ну, вообще, вот это аэронавтика, карман. Она вот она маркированная, все это брендовая. Вот здесь тоже карманы. Вот здесь карманы. Вот здесь. Очень модная и красивая. Интересный и вот цвет очень хороший. Карманы. Вон она вся маркированная внутри. Угу. Красиво. Вот курточка классика. Для мужчин, которые не любят ни нагрудных карманов, ни лишних молний, ни клепок, ничего. Она просто гладкая, классная такая вся. И мы ее сделали из плотной кожи. Она не растянутая, она такая уплотненная немножечко кожа. Ну, в общем-то, и тепло, и комфортно, и красиво смотрится. Просто не все любят всякие там клепки и все прочее. Вот есть еще подобного плана, похожая тоже, но она с ручной обработкой. Здесь вот ручные швы есть добавлены. Чуть-чуть разбавили такую серую классику, сделали ее немного поинтереснее. Ну, слушай, да, прикольно смотрится. Тоже хорошо смотрится. Тоже любят у нас эту модельку. Есть похожего плана с капюшоном тоже курточки. Есть такие черные, оливковые. Для тех, кто не любит, например, черное, пожалуйста, вот есть разные цвета. Ну, такой оливковый такой цвет. Такой оливковый приятный. Очень красивый, да. Есть вот такой рыжий, они есть разные модельки. Цвет виски. Резинки, да. Виски хороший тоже цвет. Тоже любят очень. Вот есть еще вот такой цвет. Угу. Тертый вариант, красивый. Это же модель, просто другой цвет. Да, та же модель. Вот есть моделька для мужчин, кто хочет более-менее приталенный. Например, если плечи широкие у мужчины, а торс узкий, то вот такую, курточку она очень хорошо подойдет. Здесь вот она прорезиненные бока, и она, получается, облегает хорошо торс. Вот, вот курточки красивые из джумбо. Джумбо классная. Очень плотная, здесь очень плотная джумбо. Она вообще ни грамма не растянута. Оригинальный дизайн у нее. Она есть такая, есть вот в коричневом также цвете. Смотрите, какой хороший цвет виски. Темный цвет. Коньячный, я бы сказала. Угу. Вот так. Вот он одел, Эмрах одел с капюшоном курточку. Она есть черная, она есть оливковая также. Посмотрите, какая хорошая моделька. Тоже вот и длина такая универсальная. Это хорошо смотрится и под, черный, и под кроссовки, и под обычные. Тоже туфли. Классно смотрится. Тоже силуэт такой хороший. Это вообще удобно. Вот это удобно. Мы можем вам, наверное, показать что-нибудь из зимнего такого. Да. Да, пуховики можно. Вот пуховик сейчас Эмрах пусть оденет. Покажите. Есть у нас еще такой промежуточный вариант. То есть для тех, кто... ну, для кого, например, то просто тонкая кожа, это прохладно, то есть есть регионы, где не оденешь уже кожу, как бы, да, вот прохладно уже кожа, например. Есть вот такие куртки, они утеплены, легкая прослойка синтепона есть. Вот, например, есть вот такая, здесь двойной синтепон, да. Она без меха внутри, но с просинтепоненная. Вот. Пожалуйста. Вот Эмрах одел сейчас пуховичок. У него отстегивается капюшон вместе с мехом.
Она легкая, комфортная, удобная курточка. И вот манжеты. Да, кстати, вот манжет, вот это очень удобно. Вот еще другой цвет. Вот есть цвет. Слушай, классный цвет, мне нравится. Хороший тоже, вот любят. Горчичный такой, я бы сказал. Вот такой освежающий. Есть похожая куртка с мехом внутри. Еще. Вот что про разницу поняли, там она на синтепоне вся такая, там синтепон с добавкой верблюжьей шерсти, кстати, теплой. А это уже на меху. То есть вот он слой меха, слой дубленки, вот слой кожи. И между ними еще существует прослоечка синтепоновая. То есть вот эта вещь гораздо теплее, чем та. Ну, конечно, да. Слушай. Тоже снимается здесь капюшон. Он и капюшон тоже с мехом внутри. Смотрите, капюшон. Вместо подкладки сделали сюда мех. Она есть еще в черном цвете. Эта куртка подходит на высокий ус, она удлиненная. Это до скольки температуры минус держится? Ой, да это до минус 30 можно, смело. Вот кожаный пуховик, то же самое без капюшона. Вот он, кстати, тоже, про что я говорила, что это промежуточный вариант. Она утеплена, вот эта куртка, для тех, у кого не очень холодные зимы. Вот. Промежуточный такой вариант. Либо межсезонье, либо для тех, кто, у кого не очень холодная зима. Рубленочки таких цветов у нас красивые. Этот цвет, есть темно-синий цвет, вот оно здесь висит, вот оно. И есть темно-зеленый бутылочный цвет. Угу. Кстати, вот эти куртки, они у нас были $450, поскольку здесь вот два слоя. Очень хорошая дубленочка внутри. Да, она внутри. Двухслойная. Ага. И внутри еще синтепон прослоечка. Так, были 450, были стали? Были 450, стали 300. Нормально, слушай. Да, это хорошая цена. Да. Так, теперь, сейчас. Есть еще, смотрите, для тех, вот бывает у мужчины широкие плечи, предположим, да, накачанные, вот как Денис у нас накачанный, вот здесь можно такую реглан-рукав. У Дениса плечо узкие. Да. Плечо, не само плечо, а когда бицепс. А, руки далее. Большие. Вот, ага. Вот она, расширенная, видите, реглан. Вот такие дубленочки у нас тоже есть. Вот я здесь. В ней можно за рулем. Вот, пожалуйста, он надел сейчас на себя пилот. Все не крашенное внутри, посмотрите, вот она. Она вообще не крашенная, это тоже внутри не крашенная, натуральный мех. Это тоже сделано из черного барашка. Вот ее примечательность в том, что она из черного барашка сделана. Не то, что ее покрасили в черный цвет, а это овца черной породы. Вот именно, да. А здесь покрытие идет силка, здесь покрытие идет напыление лазерное. А это? Там тоже напыление идет, мраморная расцветочка. Это делается в горячем виде, это напыление, поэтому оно очень прочное. Вот Эмрах сейчас одел курточку с мехом внутри. Кнопочка вот здесь, и вот здесь внизу кнопочка закрывается, все хорошо садится. Да, кнопочка есть. Кожа Веджиталь, она вот с такой, с глянцем, видите? Она рассчитана именно в мороз. Очень красивый пиджак. Фактически это пиджак, но у него закрывается все под горло, когда нужно. Воротник там из норочки. Да. Вот он закрывается весь сюда, да. Воротник из норочки. И вот здесь есть такая же вещь, еще похожая вещь, тоже двухслойная, там тоже, кстати, двухслойная. Вот она тоже двухслойная, здесь слой дубленки, слой кожи. И вот он норковый воротничок, ну вот для тех, кто любит на пуговицах, пожалуйста. Край вот так вот интересно обработан, ручная обработка идет. Она легенькая довольно, хотя здесь два слоя. Пиджак для больших, говорят. Вот это М-ка. Вот. М-ка. Вот это М-ка размер. Смотрите, вот это М-ка. Вот. М-ка. Ничего себе. Это супера. Это для высоких мужчин. Плечистых. И какой хороший рост. Фактически рост это получше. Полуфренч. На высокого мужчину, и у которого это широкие плечи. Это 6 XL есть. Вот, вот. Вот смотрите, считай, самый маленький он одел, она получается вот, прям два человека туда поместится. А самая большая, она 6 XL, это фактически мы втроем туда вместимся. Так что есть большие размеры. И стоимость у нее... Ну, стоимость 300, 250. Очень хорошая цена для такого большого размера. Это редкость сейчас. Вот я хочу вам еще продемонстрировать курточку. Она очень легенькая. Слушай, хотя, она толстая, я там даже вижу. Хотя у нее джумба, и вот у нее еще толстая шкура здесь внутри. Угу. Но она легкая. Это говорит о том, что материал использован очень хороший. Вот я могу ее одеть, вы посмотрите. Смотрите, как она хорошо смотрится вообще. Тебе прям кожанки так идут, слушай. Да, вот смотрите, как хорошо. Она очень легенькая, пушинка, но это теплая. То есть она вот такой длины есть, она есть немного подлиннее, есть в коричневом цвете еще так же. Коричневая джумбо-кожа. Вот джумбо-кожа. Угу. Это из телятины чисто сделано. Телятина, такая, да. Для тех, кто любит грубую, видно, такую она кожу. Это... Да. Она из коричневого, есть в черном цвете, есть большие размеры, есть маленькие размеры. Это М-ка тоже. Да. Удлиненная.
для тех, кто хочет прям такую жесткую. Есть у нас всякие вот такие мотоциклетки из телячьей кожи. Мы их специально сделали из качественной кожи, чтобы они были полегче, хотя кожа довольно толстая. Пожалуйста. Капюшон вот здесь выстегивается. Харли Дэвидсон. Есть косухи мужские? Такие пиджаки классические имеются. Вот коричневая джумба, вот замш, вот есть косухи всякие разных цветов. Есть оливковый цвет, есть черный цвет и есть вот такой цвет коричневый. Вот олива, кстати, здесь висит. Вот немножечко темнее.